Всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин Тупэнк и видеообзор палатки для зимней рыбалки Стэк 4 Elite. Палатка сделана в России, каркас выполнен из сплава B95T дюралюминий. Размеры палатки 320 на 250 на 190 высота. Это самая высокая палатка из лунечных палаток. Идет в удобном вместительном чехле с плечевым ремнем. Палатка собирается и разбирается очень просто. Разводим гермодоптицы. И дальше палатка разбирается как зонтик. Для того, чтобы сложить палатку, дергаем вниз. Для того, чтобы разложить палатку, сверх притягиваем на себя, а низ с хабом выталкиваем наружу. Хаб металлические, спицы металлические, сплав дюралюминиевый. Внутри у нас есть вентиляционное окошко, кармашки для мелочей. Молния у нас идет односторонняя, двухзамковая. Достаточно легко открывается одним движением. По периметру у нас идет юбка увеличенная. Есть петли для вертышей, есть петли для оттяжек. Материал тенты идет ткань Oxford 200. Юбка увеличенная 35 сантиметров. Палатка зонтичного типа. Хотим заметить, что это бюджетный вариант палатки. Самая низкая цена, наверное, из зонтиков на нашем рынке. Сейчас посмотрим, как эта палатка собирается. Во время, когда вы складываете палатку, освобождайте колено от спиц, чтобы он не порвался. Для того, чтобы каркас не рвал ваш чехол, рекомендуется сюда какую-то накладку сделать. Многие просто отрезают от бутылки, полторашки, допустим, и надевают сверху. После чего ваш тент останется. После чего ваш чехол прослужит вам значительно дольше. Вот такая вот простая палатка-зонтик Стэк 4 Elite продается в нашем интернет-магазине. Понравилась палатка, заказывайте у нас на сайте, подписывайтесь на наши каналы, смотрите новые видео. Рекомендую.